Я люблю портретную живопись, потому что считаю, что это одно из самых сложных написать портрет. Должен быть талант, мастерство, передать свет, тепло, жизнь на полотне. Я считаю, что портретная живопись – это наша история, история мира. Я собрала коллекцию, каталог художников, полотна этих художников, только те, которые излучают свет, тепло и жизнь, от которых невозможно оторвать глаза. Я делала к некоторым картинам описание. И вот я хочу сейчас рассказать о вот этом полотне. Портретная живопись сложна еще тем, что художник должен обладать мастерством передать не только черты лица человека, туловище, но и фактуру ткани, в которой одеты люди, которых они изображают, стиль, моду, помещение, мелкие детали, которые есть в доме, в комнате, где они изображают. Они ведь еще и животных рисуют, если есть животные. Ну вот, я хочу рассказать вот об этом портрете. Я уже выпустила несколько роликов с полотнами Джеймса Сента. Это английский живописец, который писал портретную живопись. Года жизни 1820 по 1916. И сейчас я расскажу об этом полотне. На этом полотне изображена жена художника Элизабет с дочерью Мэри Эдит. Художник не заостряет внимание на деталях убранства комнаты. Весь свет падает на молодую мать и на спящего у нее на руках младенца. Он тщательно прописывает каждую складочку на воздушной ткани кофты женщины, складочки дорогой парчи юбки. Белая кожа женщины плавно переходит в перламутровые цвета одежды и одеяльца, которым укрыт ребенок. На розовом личике ребенка видны розовые щечки и губки слегка приоткрытые. Одна ручка лежит поверх одеяльца, а другую он держит на груди матери. Видна розовая шапочка с кружевами. Каждая складочка кружева настолько тщательно прописана. Женщина держит ребенка на коленях, сидя, вероятно, всего на диване, а левой рукой она придерживает шаль, чтобы ребенку не дуло. Красиво уложены волосы, видны спадающие несколько завитков волос на шее. Женщина смотрит на своего ребенка. Красивая женщина, утонченные черты лица, милое личико, слегка розовые щечки, красивые руки, пальцы красиво нарисованы, которыми женщина держит шаль. Завораживающая женщина с ребенком. Я считаю, это шедевр, от которого трудно оторвать взгляд. Эта женщина словно живая, с младенцем на руках. С какой любовью написана эта картина? Это потому, что Джеймс Сент рисовал свою жену Элизабет с дочерью Мэри Эдит. Ну, я хочу сказать, что не только свою жену он нарисовал так прекрасно. Много других картин тоже он
написал прекрасно. От них тоже можно... От полотен невозможно оторваться. Я когда раньше ходила в картинные галереи, от некоторых полотен было трудно оторвать свой взгляд. Долго стояла, смотрела каждую складочку, каждую морщиночку ткани. На... Еще чем отличается портретная живопись? Во-первых, это история наша, и там очень много можно полезного увидеть мастерам лоскутного шитья. Очень много старых, которые была старинная мода, сейчас используются. Я вижу элементы старой моды перешли и в нашу настоящую моду. А на этом всё.